Степанович Ингамы. Так. Доброго утра, значит. А, не. Доброго времени суток, уважаемые геймеры и геймерки. Это Степанович. И у нас сегодня третий день выживания в игрушке The Infected. Что было, а? Значит, что нам надо делать-то? Нам вот эти штуки надо доделать, значит, сушилку. Эту, как, наковальню надо доделать обязательно. И вот еще верстачок надо куда-то приютить. Так, что-то сегодня не ставится. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, если что не так, и если так, то, пожалуй, тоже пишите. Ну что, хоть на улицу-то выглянуть, посмотреть, что там происходит. Вот такой вот у меня домик пока. На третий день. Ой, сердце. Ну, ничего, так тихо, мирно живем. А, да. Конечно же, мы сегодня пойдем в пещеру, скорее всего. Нам металюги надо много понаделать. И еще вот шипов. Начну потихоньку окружать свой дом ловушками, потому что скоро придут они. А мне очень не хочется, чтобы эти полумертвяки, значит, портили мою архитектурку. Да? Ну, никому не хочется. Строил же, старался. Всю душу вложил. А они придут, будут делать и все. И все, так, ну пока 4 штуки. Ой, дождик пошел. Ушел дождик мокренько. Так, что тут у меня в горне? Ну, нормально, все потихоньку плавится. Да, в пещеру надо, конечно, сходить, потому что так металл я могу из камней тут до бесконечности валять. Надо еще камней, кстати, понабрать. Огурчик нашли. Блин, какой тут громкий гром. Собираем камни потихоньку мы. Да. Напомню, задача Степаныча. Ох ты ж, блин, я нагрузил. Ничтоже сумятившись. Так, на всякий случай надо вооружиться. Значит, попытаться собрать и усвоить все технологии, которые тут есть. Ну, собирать мне их не совсем-то надо, потому что, ну, в общем, я схитрил и отключил сбор технологий. Поэтому в деревне мы пойдем исключительно собирать всякий лут и искать грузовик, который недавно появился в обновленной версии. И очень уж мне хочется на него посмотреть. Лучше бы мотоцикл сделали, а? Вот я бы тут рассекал. Так, надо немножечко как-то... Нам по-хорошему, конечно, разгрузиться. А то я так, блин, весь день буду ходить. Это сейчас разгрузим. Блин, еще 51 килограмм остается. Так, сюда нужно еще 4 слитка. Так, покидаем немного камней. Но выкидывать не хочется, поэтому пускай пока вот тут лежат. Пока дождик, соберу-ка я все остальное. Там же еще дощечек надо нафигачить. Для верстаков. Всяких разных. Так, а мы...
Рубим, собираем дрова, дровишки, а-ля-ля-ля. Прям как Рэмбо. Не, не Рэмбо. У кого там были эти бревна на плече-то? У Арнольда Паушвайгера. О, точняк. Так, ну не забывать сюда подкладывать. Да, у Арнольда Паушвайгера в фильме «Командос». Ох, молодежь-то, наверное, сейчас уже такого кино не смотрит и не знает. Блин, что за фигня? Выкинуть. Меня это тормозит. А Степаныч не любит, когда его тормозит. Поэтому вот так. Блин, ступеньки сюда еще надо заколотить. Вот что, слиточек поплавился. Уже два. Хорошо. Что это у меня там башкой? Что, пить хочу? Точняк. Блин. У меня там есть что пить-то? О, есть. Я еще и есть хочу на самом деле. Набрать водицы мы попробуем. Блин, Степаныч, сделай ступеньки. Сделай ступеньки. Как этот самый. Прыгаешь, как в Mario Brothers. 30 лет назад. А я не такой же, да? Так, надо грибов убегать. Кстати, грибов надо под... Чё за? Да блин, тут вода-то еще была. Чё, зря носил, что ли? Так, теперь будет не зря. Степаныч тупит. Теперь все переделываем. Да хватит уже греметь. Давай. Брат копить хочет. Фляжку просит. И жрачки у меня с собой нет. Надо будет тоже сегодня как-то позаботиться. Так, ну вот 120. 120. Так, уйди. О. Наконец-то. Этот навес мы делали. О, арбузик. Навес мы делали под первый костер, а сейчас у нас как бы это. И не надо уж нам. У нас уже домик есть. Так, сюда еще бревна добавим. Но без верстака мы, конечно, ловушку с шипами фиг построим. Потому что нам надо делать что? Правильно, веревку. А веревка у нас только там и есть. На верстаке делается. Так, что тут с плавками? 4. Маловато будет. Лишнее поскидываем. Степаныч старается ничего не выкидывать, я потом, если что, лучше ящиков побольше понастрою, но выкидывать не буду. Так. Ты сюда. Ну, пока вот так, значит. Так, гвозди надо, значит, 5 досок и 10 гвоздей. Блин, лиса где-то рядом орёт. Лиса! Кись-кись-кись. Или как там? Гав-гав-гав.
Блин, ладно, не видно. Надо еще рыбки понабрать. Эх, вовремя пришло, конечно. О, 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 да блин. Вот так вот. Удачная рыбалочка. Вообще, это типа не рыбалка, это подводная охота. Блин, а чё тут нет рыбалки? Ну, сделали бы удочку. Сидел бы вечером на берегу. Удил. Вот так вот сделаем сюда по-быренькому. 3 бревна, 4 доски. Это я умею. Вот так, доски сразу. Сейчас он за бревнами. Вот так. Да хватит орать, лиса. Тебя потом один фиг найду. Итого. На шашлык. Да? Так, сразу положить. О, а у меня тут готовая рыба есть. Да блин. Это же какой сюрприз. Отличненько просто. Замечательно. Так, восстанавливаем кислотно-щелочной баланс. Так, 5 досок. Ну, конечно, эта игра больше про стройку, чем про выживание, но тоже огонь. Зато периодически приходят стаи зомбаков. Я думаю, к 100 дням они у нас там увеличатся до... Ух! Ядрен батон. Так, надо сделать себе еще один этот. Кирку. Кирку надо сделать и пойти. Так, надо освободиться. И пойти в пещеру. Потому что эта кирка у меня там сточится. И нужна будет новая. А чё, камушек-то надо один оставить. Так. Ладно, пошли в пещеру. Там темно, страшно. Я познакомлю вас со своими друзьями-скорпионами. Так что пока меня тут не убили, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это важно. Это дает мне стимул выживать дальше. Ох, блин, лишь бы бинтов хватило. Кстати, о бинтах. Тут же еще надо грибов набрать. Взять немного грибочков, чтобы делать что правильно. Бинты от ядовитых укусов. Вот эти, конечно, то, что в пещерах у них бараны блеют, это, блин, 5 баллов. Как такое можно? Так, ну, я... Свинцовую руду вообще набирать нафиг не надо, но я на всякий случай, пожалуй, возьму чуть-чуть. Там мало ли что. Потом из нее буду сталь делать, пригодится. Да. Ой, как же, блин, тут темно. Не, а... Еще бы не заблудиться, конечно. Но ничего, потом я себе фонарик сделаю тоже. Я вас тут, конечно, пока только завтраками кормлю, но все будет. Все будет у Степаныча. Это точняк. Только вот надо... Ух ты ж, блин, елки-моталки, меня кто-то кусает. За жопу, за жопу, за жопу, за жопу, вон он. Блин. Ну, кусочек мяса тоже хорошо. 2 раза укусил. Засранец. Так, прикладываем. Значится, бинты от этого. А, блин. Вот ядовитых укусов. Так, что-то мне не прет пока на железяке. Ну, ничего, ко мне много. Еще тут прикол в том, что когда ты возвращаешься, значит, назад по пещере,
потемный, страшный, то камни заново... О, железяка. То камни заново начинают появляться. И в этом весь кайф. То есть, ну, обычно я без четырех железяк минимум отсюда не ухожу. Чего и вам советую. Тихо, в лесу. Только не спи, дебаг, сука. Я еще не в лесу. Так, давай. Добывай руду в подземельях. Камушек. Вот если есть камушек, можно сразу не искать. Это камушек или глина какая-то там. Можно, значит, сразу не искать, потому что 100 пудов там железа нет. Железо выпадает, когда два свинцовых камня и один железячный. Вот так вот нам устроили тут. Да. Ау, камни. Ну, где-то, в конце концов. Непонятное. Ладно, сейчас назад пойду, когда... О, я же говорил, вот сразу появляются камни. Идешь назад и хлобысь-ка. Сейчас еще не будет, все они с железяками и будут появляться. Так. Ну, вот, собственно говоря, у меня кирка и похизалась. Так, каменный клинок. Значит, деревяшка. И я не помню. А, вот да, и два волокна, чтобы связать. Все, поехали заново. А, и железяка. Я же говорю, когда назад идешь, то Анна Степанович всегда больше прет. Ну, в общем, вам тоже так будет, если вы попробуете. Нам бы еще грибов найти. Грибы. Ау. Вы где? Блин, симулятор грибника какой-то. Грибник-рудокоп. Ну а что, прикольно получается, да. Да. Что, еще железяка? О, фартит. Фартит Степанычу. Скорпионов нет, железяки есть. Мокро у вас тут, конечно. Да. Вот еще один упался. Кстати, есть особая примета. Особая примета. Если встречаете скорпиона, рядом где-то должны быть грибы. Ну и наоборот. Почти 100% работает. Может, даже сейчас где-то проверю. Что тут? Блин, нет. С камнем. Да ёшкин-то дрын! Ёш... Где ты? Где ты? Где ты? Где ты, сволочь? Не... Блин, этот говнюк еще укусил два раза. Так, ну один раз так, но вот плохо. У меня всего два бинта осталось. Против этих. А вот и грибы. А, я же говорю, где напал, там и гриб. Такое ощущение, что эти скорпионы тут эти грибы охраняют. Ёжики-корёжики, там... Ух ты! Так, спокуха, спокуха. Только ядом не кусай, блин. Так, ну, по ходу дела как-то все. Надо валить Степанычу. Уже два раза куснули. У меня вообще осталось...
Вон только одна, так я кровью истеку. Ну нафиг. А, вот и грибы. Вот не подводит, а, вот это правило. Вот где скорпионы меня за жопу укусила, там грибы и надо ловить. Все, понятно, ясно. Конечно, полный бардак. Ну давай еще одну железячку-то найдем, наверное. Нет, пока не найдем. Не прет. Непруха, ты моя непруха. Ладно, валим. Валим отсюда нафиг. Ой, все. Фух, свежий воздух у Степаныча вышел он из этого всего, а? Покусали за жопу, но ничего. Это нам не повредит. Зато теперь железяк. Вон она сколько. Сейчас все по-быстрому сделаем. Ну, сюда еще две, туда одну. Отлично. Так, так, так. Так где ты там будешь? О! Вот он наш друг лиса. Блин, и волк еще завыл рядом. Так, нет, друзья, двойных я не потяну. Ну-ка, иди сюда, иди сюда. И... Ты что кусаешься-то? Ё-то кусается. Ну, умерла так умерла, блин. Ладно, покусала не больно. Блин, с волчарами тут легче справляться, чем с лисами. Так, и некуда вставить, да? Ну, сейчас мы камушков чуть-чуть освободим. И все равно некуда. Вот так. Камни сейчас все равно на переплавку. Кость. Эй, блин, дурак, кость же можно было сложить. Ладно, пофигу. Тут еще все плавится. Ожидание. Мука. Так, а мне надо всего 670 грамм скинуть, чтобы нормально ходить. Вот мы эти сейчас выкинем. Вот так и отлично будет. А, и заодно эти тут уже поплавились. Так, один. И камней. Есть! Наковальня. Будем делать гвозди. Из гвоздей сделаем верстак. И сюда еще нужен будет железный слиток. Две веревки. И палки. Так, волчар нет нигде рядом. Блин, и медведь. Да что такое? Так, ладно, косолапый. Ты пока ко мне не ходи. Ты там пасешься, пасись потихоньку. Я тут, понимаешь ли, поем, попью. Так, грибы пускай тут лежат. Да, а, там еще рыба. Ага. Так, ну вот. Аккуратненько все сложим. Это можно вообще сожрать. Мне углеводы нужны. Так, вот зараз целый арбуз. Шикардос. Черт, ты еще не сплавился, да? Так, сыкотно из дома выходить-то, а? Здоровье-то у меня уже не то. Не 100%. Ладно. Кто сыт, тот не играет. Да. Так. Вот у меня
сделалось. Сейчас, блин, надо по-хорошему уже еще этих палок достать, да? Сейчас сделаем гвоздей. Доделаем верстак. Тогда я смогу делать бинты, и выходить из дома уже будет не так сыкотно. Так, значит, сначала делаем сало из жира. Вот так, на 3 штучки мне хватит как раз. А теперь... Так, сколько надо? По-моему, так, 5 волокон, по-моему, надо. Сало мы зачем положили? Так, 5. О, бинт. Блин, скачет там. Так. И сделаем 2 бактерицидных. Ну, просто добавляем, как бы, к обычному грибку. В смысле, к обычному бинту. Бинту. Добавляем грибочек, и получается вот у нас такой веселый, смешной бактерицидный гриб. Да. Веревки мне надо 4 штуки сделать. Чтобы что? Правильно. Чтобы доделать ловушки. Надо делать безопасную зону вокруг жилища, чтобы всякие эти козлы, блин, не подбегали, не кусали. Хватит орать, природа. Не до тебя сейчас. Так, чё, куча палок осталось, медведь там гуляет. Вот меня пока ничего не хочет. Это хорошо. Надо палок понаделать. Палок много не бывает. Блин, а вообще, конечно, уже с этим хранилище всякие надо начинать делать. Не влазит. О, вот так. Потихонечку появляется первый чистокольчик. Чтобы никакие зомби не прошли. Еще 3 осталось. Куда мне идти? А никуда не деть. Нафиг. Че, палок в этой игре много. Ау, зову тебя, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Допросится. Вообще нет, я на охоту, если пойду, то только завтра. Сегодня у меня здоровья мало. А спать пока не хочется. Хотя, конечно, восстанавливать здоровье через сон, это оно. Это, в общем, то, что нам надо. Так, подбросим в печурочки. Дров, чтобы не погасло, хари-хари, ясно. По полному бревну заложим туда, и будет нормалек. И в горн то же самое. Так. Ой, так, тебе тут что надо-то, а? Веревка 2, палка 8 и железный слиток. Ну, допустим, с веревками и палками я могу сейчас, а слиток пока плавится. Не? Вот так, 2 веревочки. Палки. Господи, что за звук слева прям было? Ох, чую и устал, Степаныч. Скоро, наверное, я это еще один видос
по этому дню потом сниму. Так, а вы, уважаемые геймеры и геймерки, пока я тут палки таскаю, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать в комментариях обязательно, ежели чего не так. Вот так все, ну только слиток осталось докинуть, а он у меня тут уже и испекся. На, вот она, сушильня. Ну все, что я вот сегодня сушилку сделал, наковальню сделал. Верстак, в конце концов. Вон какой красивый. Все моя работа. Но вообще нам тут еще, конечно, поле не паханное. Ой, делов. Мясо надо сразу сушиться поставить. Так оно тут 15 часов проживет. А это то, что нам надо. Да? Ну вот, да. День 3, 5 часов вечера. Ждем следующий видос. Степанович, ингамы.